Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан. Я продолжаю играть в замечательную игру RoboCraft. И давайте будем немного переделывать все, что тут. Все, что мы наделали, будем переделать. Я так до сих пор и не понял, как его поставить. Подождите, как его полностью поставить? Так, это у нас дерево. Дерево технологии. Так, это что? Это у нас фактори. Так, не знаю, как ее поставить посерединке. Как теперь тащить-то? Ей. Ей. Перетащить. Не то. Контроль с перетащить. Так, я не понимаю. Так, влево, вправо, вверх, вниз. А, подождите. Стоп, может быть, стрелочками? Фу. Все. Стрелочками же. Все, я так понимаю, вот это у нас. Все, середина. Все, ребята. Фух. Так. Теперь мы смотрим, что у нас новенького, да, появилось. Новенькое. Так, ноги, колеса, пушки, вот эти вот. Так, это у нас тоже, да, защита электрическая защита. Так, у нас у этих больше жизни. Так, защищают на 7, это на 12. СПУ 32-24. Прикольные штуки. 32, да, 32. Это у нас уже 64, да? Это нам надо уменьшить. Много потребляют, кстати сказать. Так, ну не знаю, нужно ли нам вот эта защита, но хотя... Защиты много не бывает. Другой вопрос, куда мы будем ставить, если убрать эти все кубики. Вопрос в другом. Либо нам тогда вот эти надо. Ну, вы поняли. От крокодила тут избавляться надо, да? В принципе, являемся вот таких более или менее ненужных. Так. Что? Понятно. Так, и в принципе, вот так у нас было, да? Если мне не изменяет память 60, это надо быть у нас 64. 64.
84. Угу. То есть мы можем две защитные сейчас хотя бы купить. Давайте две защитные штучки купим. Левую. То есть левую и правую. Покупаем. Да. Теперь мы идем сюда. Берем левую. Все время путаюсь. Лево. Это где лево или это где право? Вообще это, наверное, где лево, лево. О! Йо! Какие они большие-то! А можно спереди, да? Защитить. Во! Ничего себе! А смотрите, прикольно. По бокам тоже эпично смотрелось. Еще вот здесь вот так вот. Опа! Крылья такие. Только они не защищают. Нет, у нас больше не влезет, поэтому... Как-то оно, конечно, странно смотрится, я вам скажу. Может ее по бокам сделать? Вот здесь вот защита такая будет. Ну-ка. Она будет... Ну, была бы по бокам так. Оп. Так, допустим... Мы... Так, это делаем. Сюда. Ага, так это, наверное, стрелять не сможет. Не, подождите. Так. Вау. Так, ну уж извините, ребята, такая немножко крафт-серия. Потому что новые появились детальки. Не, а в принципе... Прикольно, я вам скажу. Спереди смотрится. Так. Но теперь у нас вот это боковинки. Так, сюда он ставится, сюда ставится. Вот по максимуму сразу. Вверх. Так она сбоку будет. Но вот здесь вот она... Уа! А как она узнала, что меня я оранжевый покрасил? Как оно... Как она узнала, что я хотел покрасить оранжевым? Может, я... Ну-ка, если синим покрасить? Жалко, мне больше недоступно это. Вау. Не, ну сильно... Синим, кстати, тоже прикольно. Но у нас сам этот весь оранжевый. И серым. И серым вообще... Это у меня в стиме, ребят, с серым вообще никак. Нет, все-таки оранжевым пока будем. Такой, знаете... Знаете, кого у меня напоминает? Ну-ка. Отгадайте. В стиме мне пишут ребята, так что не обращайте... Мне... Хорошо, ладно, не буду вас мучить. Напоминает мне вот эти штучки, пока я боковые, да, сделал. На жука, но не просто на жука, а на жука-скарабея. Почему? Потому что у него крылышки, они в такую, вот в такую же полосочку, как бы наверху. Скоробей, если кто знает, такой пустынный жучок. Так, ну что, мне внешне мне нравится. Прикольно стало смотреться, не то, что там крокодил, который был. Можно, конечно, тут с краской по. Вам сказать, поэкспериментировать. Но пока я не буду это делать, чтобы не тратить время. Так, что еще? У нас осталось 20, да? Осталось 20. Ну, я думаю... Так, подождите, я не то нажимаю. Так вот. Осталось 20, но вот так.
опять, как бы нам не... Вы поняли, как бы нам опять не сделать крокодила. Крокодила бы нам как бы опять бы нам бы не сделать. Может, нам еще летающие вот эти штучки сделать? Как вы думаете? Может быть, наоборот? Сколько летающая штучка, как говорится, стоит? Ну, не в плане... То у меня все. Не в плане стоит, а в плане... В плане, насколько занимает ЦПУ. 22. 22 одна штука, 22. И у нас, кажется, нет, 20 у нас только. А вот это вот... А это 20. Только одна. А что, если ее где-то посередине заделать? Это будет нормально, как вы считаете? Она вот здесь вот будет? Или она будет сильно как-то вверх там перевешивать? Давайте сделаем. Давайте купим... Одно. Это что это у меня в этом? В Steam. Так, ладно. Секунду, ребята. Секундочку. Так, все, ребята, извините за такие звонки. Ну, человек больше так. Больше он такого делать не будет. Вот, у меня разговор короткий с такими людьми. Так. Да, вот эту штучку я хотел купить. Я ее покупаю, не? Покупаю. Покупаем. И... Где она у нас? Вот у нас одна. Так. И здесь она у нас вот посерединке. Нет, как по две у нас вместе. Оп, все. Она даже у нас оранжевенькая, в отличие от тех штучек. Но мы ее тогда давайте сделаем беленьким. Беленьким. Ну все. Погнали нашего скоробея. А интересно, можно же его обозвать как-то скоробей? Я думаю, можно обозвать скоробей. Где-то даже вот здесь вот, по-моему, да? Подождите, где-то... А! В общем, где-то название можно менять. Я забыл. Ну ладно. Давайте вперед на батл-арену. Посмотрим, как он проявит эти щиты. Себя и дополнительное хардвер, вот этот вот. Ну и вообще посмотрим. Явно это будет не как у нас крокодил был. Там, конечно, что-то было. Я бы мог сейчас потестировать, как я говорил, но все-таки изменения в конструкцию не так большие. Я надеюсь. Хотя нужно, конечно, всегда тест. Но почему я тест не делаю? Потому что как-то не хочется отнимать время еще на тест. Вот. Хочется сразу в бой. Главное, был бы толк от этой защиты. Вот от этой вот... О, вот он. Вот он. Вот он, звук громкий. Я думаю, где звук громкий? Я все такой оранжевый, и он такой оранжевый скоробей. Прикольно. Мне понравилось. Как крылья такие у него. Да. Вау. Ну-ка смотрим, как он у нас. По крайней мере. Оп. А. Оп. Ну, как некий дисбаланс. Видите, чуть-чуть есть. Впереди, как бы там скажем, да? Некий дисбаланс все-таки существует. Ну, потому что
Так, кто там у нас летает? Он нас не видит, да? Да, они нас не видят. И это хорошо. Вот и об этом Паша, Павел Нильфгорн говорил, что вот эти летающие ну конструкции, они на летающих не нападают, они нападают только на сухопутных. Только на сухопутных, понимаете, не? Вот. Ну, я... Хорошо, я не сухопутный, согласен. Но тем не менее. Так, где он? Где он? Почему они не туда стреляли-то, а? Ну давай. Стреляй. Или у меня мышка это самое. И у меня действительно мышка глючит. Плеер дисконнектит. Ну наконец-то. Убегаем. Скоробей, убегай. Скоробей, скоробеюшка, убегай. Скоробей. Так, а куда... Слушайте, я не туда приехал, я не хотел сюда. Это я на чужую базу. Я не хочу туда. Так, где тут? Кто тут? Да почему он не стреляет, а? Как-то плохо начал стрелять. Все, завтра иду мышку покупать, ребята. Все. С утречка проснусь, попью чай. И за мышкой магазинчик. У нас тут, у меня недалеко, компьютерный. А самую простую там, вообще, простую мышку там, не знаю. Потому что мышки, они ломаются, поэтому... Дорогую мне. Что дешевые ломаются, что дорогие вообще, честно говоря. Ай-яй-яй, нет, куда, кто у меня? А, там же этот. А, там база, скоробеюшка. Нет. Не успел. О, какой зеленый жук на колесах, на гусеницах. Жук на гусеницах, ой, что-то это, я забыл даже, что возродиться-то надо. Ах ты такой-то. Раз такой. О, я в него попал, ребят. Так, где кто? Там еще какой-то красный. Ну-ка, давайте его. У меня почему-то не туда стреляет. А может быть, у меня этот самый радар как-то там сбился? Не знаю. Вроде бы я ничего такого это. А у некоторых даже радара нет, я смотрю. Опять я задумался. Нет, ребят, все-таки это у меня мышка барахлила. Я сейчас по-другому кнопочку нажимаю на мышке. Ну, неудобно мне, но... Тем не менее. Это мышка барахлила. Это вы... Где он там? Ты вообще... Надо убегать. Убегай, скоробей, убегай. А, нет, убегай, Андрей. Ай. Тихо.
Спокойно. Спокойно, лечимся, 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 лечимся. Вот, 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 скоробей, скоробей, скоробеюшка. Ты не умирай. В общем, муха какая-то летает такая. Что ж такое-то? Как его убить-то? Вы видели, что творится, а? Увидели, что какая-то такая мелочь? Пузатая! Кто меня там... Кай! Скоробей! Жив! Живи! Живи, скоробеюшка! Умер. Вот этот летающий-то. Я сам, понимаете, наполовину летающий, наполовину ползающий. Поэтому как бы меня отнести к полностью летающим нельзя. Фух, я хоть этого разбил. Так, кто тут? Кто меня стреляет? Тихо, тихо. Откуда? Откуда они стреляют вообще? А он с неба, а? Так, этот не с неба стреляет. Это вообще непонятно откуда стреляет. А, это наш. Фух. Не, ну здесь мы проиграли. Вот из-за... Я вот как вот это убивать? Мне скажите. Вот это вот эту муху, как эту муху убивать, а? Как вот это маленькое недоразумение. Меня там сейчас расстреливают. Ну как я тут... Да, это противная штука такая. Добейте его, добейте. Есть. Нет, ну мы тут, конечно, все. Тем не менее. Сколько-то то у меня Steam, ребята. О, живы, живы, жив, скоробей. Ёшка, так. А как вот восстановить... Не, вот это можно полечить базу, я знаю, но у меня лечилок нет. Я бы... С удовольствием полечил. Опять. Вот. Да. Убейте его, убейте. А. Не успели, ну ладно. Чуть подольше серия получилась, я думаю, вы не против. Ну да, и тут такой результат, но все же убил троих. Что-то там немножко шанс пошел, все равно, а перетягивает куда-то в какую-то сторону. Я еще точно не понял. Спереди. И может быть, мне кажется, все-таки спереди был лишний вот это вот. Лишний вот этот вот, вы поняли. Хардвестер. Может быть. Но ничего. В следующей серии тогда посмотрим и берем. А на этом всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.